Ребят, всех рад видеть на своем канале Andrew Hacker. Давно я не выкладывал здесь видео, вы наверняка соскучились за мной. И поддержите это видео максимально своим лайком и репостом. Расскажите о нем друзьям. Наверняка вы не знали, потому что я сегодня тоже узнал о этой крутой функции, которая есть в Google. И думаю, эта функция станет многим полезным из вас. А именно эта функция показывает животных. То есть вы можете написать, к примеру, волк, жираф, собаку любую там, и у вас будет 3D проекция этого животного. Вы сможете посмотреть его, вокруг обвести, услышать голос этого животного. Очень-очень классная функция. Кто не знал, ставьте лайк. Кто знал, пишите коммент, что вы знали. Значит, смотрите, заходим просто-напросто в Google и в верхнем в поисковичке просто пишем, к примеру, волк. Волк. И выбираем вот такой вот подпункт животное. И смотрите, у нас здесь, кроме того, что у нас есть обзор, ниши квалификации, видео мы можем вот выбрать, да, полностью все доступно. Так, еще у нас снизу, вот смотрите, 3D обзор. Нажимаем смотреть в 3D. Вот сюда на волка. И у нас открывается в Гугле. Смотрите, кружится, вертится. Будет быстрее, если у вас включен Wi-Fi. Вы сможете услышать звук, как он двигается. Вот такую выбрать 3D проекцию. Посмотреть, какой он красавец. Видите, в 3D. В общем, интересная функция. Многим она стала уже полезная. Снизу у нас есть другие животные. Мы можем выбрать тигра посмотреть. Мы можем косуль, попугая и других животных. Это очень клевое приложение для деток. Согласитесь, вот, ребенок ваш может полностью услышать то или иное животное сразу же на своем мобильном телефоне. Очень и очень круто. Я считаю разработчикам Google, кто эту придумал прошку и вообще такой функционал, очень большое спасибо, друзья. Потому что вот здесь ребенок может увидеть, полностью ознакомиться с животным, услышать, как оно в реальности издает звуки. Очень разработчикам большое спасибо. Кто оценил это видео тоже, как и я, поддержите его лайком. С вами был, как всегда, Andrew Hacker. До новых встреч, друзья. Думаю, мы будем с вами теперь частей видеться. Всем пока, до скорого. Пока-пока.